Есть ли информация для пассажиров? Каково состояние напольного покрытия и сидений? В Магадане подходит к концу декады чистый автобус. Специалисты проверяют аварийные выходы, наличие огнетушителей. Сотрудники госавтоинспекции проверяют документы водителя. Эксперты отмечают, нарушения есть, где-то больше, где-то меньше. По истечении проверки, по выявленным нарушениям, которые мы определяем, направляем информацию руководителям автотранспортных предприятий для устранения отмеченных недостатков. Чаще всего нарушения в экипировке, отмечают специалисты. Напольное покрытие в некоторых автобусах имеет повреждения. Напоминаем, цель декады – улучшение качества маршруток, чтобы магаданцам было комфортнее передвигаться в общественном транспорте.